Здравствуйте, в эфире канала «Пермь» на РБК «Опция». Меня зовут Станислав Шубин. Как всегда, мы вспоминаем уходящую неделю, интересные события, факты, принятые судьбоносные или проходные решения. Визиты, скандалы, в общем, то, чем жил Пермский край на этой неделе. На минувшей неделе интересная новость пришла из Пензы, которую, кстати, довольно часто путают с Пермью. Так вот, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев решил полностью поменять свой гардероб с импортного на отечественный. Он отметил, что это связано не только с ростом цен на импорт, но и с улучшением качества продукции местных производителей. «Вот я себе уже туфли пошил новые, две пары у наших мастеров», — сказал губернатор и продемонстрировал обновку корреспонденту Интерфакса. Господин Бочкарев пояснил, что на нем пензенские модельные туфли. Очень удобные. Надел и пошел. И недорогие. Так потихоньку оденусь и в отечественное, заверил жителей области губернатор. А пока пензенский губернатор меняет гардероб, у нас в Перми решили поменять губернатора. Не все, отдельно взятые товарищи. Представители «Зеленой коалиции» и ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» обратились к пермякам с призывом отправить в отставку нынешнего главу региона Виктора Басаргина и провели по этому поводу пресс-конференцию. Доводы в пользу отставки губернатора более чем веские. Как всегда, Черняевский лес и пресловутый перенос туда зоопарка. Музей «Пермь-36» и отмена пилорамы. Впечатляет? Меня тоже. Поехали дальше. Председатель группы общественного контроля при региональной общественной палате Сергей Ухов обратил внимание на то, что промышленность в крае производит удручающее впечатление. На Александровском машиностроительном заводе за долги арестовано оборудование. Бедственное положение терпит Чусовской металлургический завод. На Пермском пороховом заводе прошли крупные сокращения, а компания «Нестле» закрыла одну производственную линию. Но почему-то никто не упомянул «Лукойл», «Уралкалий», «Уралхим», которые только наращивают производство. А на последнем до кучи еще и индексация зарплат недавно прошла. По словам членов инициативной группы, губернатор сработал неэффективно. Он не привел с собой обещанных федеральных денег и сторонних игроков на пермский рынок, не снизил налоговую ставку для малого бизнеса. Опять мне странно. А последнее решение законодательного собрания, налоговые каникулы малому бизнесу, понижение ставки и закон о патентной системе налогообложения. Ну да ладно, контр-аргументировать больше не буду. Все равно со мной многие не согласятся. Я бы на их месте точно не согласился. Как всегда, когда в одном зале собираются люди, считающие себя креативной частью общества, слов было сказано немало. Но вот договориться о чем-то конкретном так и не сумели. Вот и вопрос, кого общественники хотят видеть на месте Виктора Басаргина, ответа не нашел. Чем-то такие сборища напоминают различные саммиты, на которых присутствуют официальные представители государств. Все так же скучно и так же бессмысленно. Очень удобно критиковать, не предлагая ничего взамен. Вспоминается старый советский мультфильм. Помните? «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Надо колбасой вниз есть. Так вкуснее». Советовать, как есть бутерброд, нынче стало модно, хотя я считаю, что когда есть бутерброд, то без разницы, какой стороной его есть. Бутербродов на всех не хватает, а есть хочется всем. И качество, и количество бутербродов целиком и полностью зависит от Министерства финансов, а не от желания назвать кого-то земляным червяком. Их задача – зарплата, наши налоги. Кстати, о налогах. Сегодня мы о них уже говорили. За 2014 год налоговые доходы в бюджете города увеличились. Такой вывод сделал Департамент финансов Перми по итогам исполнения бюджета. В денежном эквиваленте аж на 340 миллионов рублей. Значит, всем нам, жителям Перми, будет счастье. Налоги надо платить, кстати, скоро уже пора, а не воздух сотрясать. Я так думаю. Да, и напоследок. Апогеем истории, о которой я вам сегодня рассказал, станет митинг, который состоится 18 апреля. Место и время будет известно после того, как группа подготовит уведомление. Ну а мы обязательно посмотрим, что получится, и расскажем вам. Это была «Опция» – еженедельное бесплатное приложение к событиям пермским и не только. Практика показала, тому, что получил бесплатно, веришь с удовольствием. Увидимся через 7 дней.